Я знаю, что мне повезет. Доброго пятничного вечера, дорогие наши зрители, зрители телеканала «Самара ГИС». Здорово, что вы удобно устроившись сейчас смотрите нас и хотите вместе с нами подвести итоги этой замечательной недели, в частности, подвести итоги розыгрыша, который мы запустили накануне. Всем везунчикам хочется передать отдельный пламенный привет. Не забывайте о том, что свои призы стоит забирать, чтобы они долго не залеживались. Ну а вы не попадали в черные списки в качестве нерадивых победителей, которые победили, а призы не забрали. Друзья, приходите, забирайте. Ну и, конечно же, хочется вам сказать, что мы всегда рады, если вы будете вступать и активно участвовать в жизни нашего телеканала в социальных сетях. У нас уже почти 13 миллионов просмотров на YouTube и почти уже 11 с лишним тысяч человек в основной группе ВКонтакте. Так что дерзайте, друзья, вступайте, и я думаю, что будет вам счастье. Ну а прямо сейчас, вот показываю, пригласительные билеты в кино мечту на двоих. Каждый. Два. Ну, это же просто праздник пятничный какой-то. Хорошей погоды, всем хорошего настроения. Ну и давайте будем уже подводить итоги. В этот раз я решила счастливой рукой это сделать, левой. И это номер 51. Поздравляем победителя. Номер 51 сейчас весело прыгает около телевизора, потому что итоги, мне кажется, его очень порадовали. И есть еще один номер. У нас номер 48. Ну, далеко друг от друга не ушли, ни 48, ни 51. Вот так вот быстро, очень весело мы подвели итоги. Совсем скоро запускаем очередной розыгрыш, так что дерзайте, вступайте в нашу группу и пусть вам повезет. Хороших выходных, отличных, мне кажется, должно быть солнышко, ну и, конечно же, близкие, родные и телеканал «Самара ГИС». До встречи!